Сертификат на приобретение жилья получит многодетная семья из пригородного района. Луиза Папашвили воспитывает 8 несовершеннолетних детей. Ее заявление рассмотрели во время приема граждан. Его провел полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. В режиме видеоконференц-связи в нем принял участие и глава республики Сергей Миняйло. В своем обращении Луиза Папашвили указала, что живет на съемной квартире. На съемной квартире своей у нее нет. В мае 2020 года администрация местного самоуправления пригородного района республики признала семью Луизы Папашвили, нуждающейся в улучшении жилищных условий, и заявительница стала участницей программы по обеспечению жильем молодой семьи. На сегодняшний день правительством республики приняты меры, позволяющие в полном объеме обеспечить потребность в жилищном обустройстве. Она стоит на очереди под номером 8. Для того, чтобы ускорить процесс реализации этих программ, мы на следующий год предусмотрели увеличение лимитов денежных бюджетных обязательств на реализацию этой программы.